Всем привет! Это Аудиомания, и я Максим Наумов. Собирая стереосистему, необходимо учитывать в первую очередь то, насколько будут хорошо согласованы между собой акустика, усилитель и источник сигнала. Но нередко в процесс выбора вмешивается еще один ограничивающий фактор – это бюджет, в который должен уложиться весь набор аппаратуры. Перед специалистами Аудиомании была поставлена задача собрать современную и универсальную систему стоимостью порядка 250 тысяч рублей. С результатами этой работы я вас сейчас и познакомлю. В основу комплекта лег популярный проигрыватель винила из серии Project Debut Carbon, занимающий среднее положение в линейке производителя. Эта модель примечательна в первую очередь фирменным карбоновым тонармом, оснащенным звукоснимателем Ortofon 2M Red. Еще одна особенность – технология двойного преобразования напряжения питания, повышающая стабильность вращения опорного диска и добавляющая удобную функцию электронного переключения скорости – 33 и 45 оборотов. Пластинки на 78 оборотов тоже можно воспроизводить, но в этом случае скорость нужно будет выбирать механическим способом, перекидывая пасек на шкив другого диаметра. От классического Debut Carbon DC эта модель отличается использованием более массивного опорного диска из акрила, материала, хорошо поглощающего мелкие вибрации. Увеличенная масса диска дополнительно повышает стабильность вращения. Кроме того, сложно не заметить, насколько сильно акриловый диск улучшил экстерьер модели. Традиционно для Project проигрыватель поставляется не только полностью укомплектованным, но еще и предварительно настроенным на заводе, благодаря чему покупатель экономит на аксессуарах и получает возможность приступить к прослушиванию пластинок без долгих подготовительных процедур. Стереоусилитель Rotel A14 – это самая старшая и самая мощная модель из линейки A. Она дает возможность получить высокую производительность при сравнительно скромном бюджете и компактных размерах. В его стоимость входит не только пара каналов усиления мощностью 80 Вт, но и целый набор дополнительных опций, благодаря которым появляется возможность сэкономить на покупке целого ряда компонентов. Rotel A14 имеет встроенный фонокорректор для звукоснимателей типа, усилитель для наушников и цифроаналоговый преобразователь, базирующийся на высокоразрядном чипе от АКМ. Наличие оптического и коаксиального входов позволяет подключать различные цифровые источники, а с помощью интерфейса USB можно добавить в систему цифровой проигрыватель без каких-либо дополнительных вложений, подключив ноутбук или компьютер. Кроме того, имеется модуль Bluetooth для прослушивания музыки с мобильных гаджетов и еще один USB-порт для прямого подключения устройств Apple. Имеющийся на панели разъемов порт Ethernet служит для управления по сети, в том числе с помощью фирменного приложения, выпускаемого для платформ Android и iOS. Управление с передней панели полностью цифровое. Процедуру первоначальной настройки звука упрощает наглядный и информативный дисплей. Arslab Classic 3.5 в течение нескольких лет является одной из наиболее востребованных моделей напольной акустики. В первую очередь благодаря выгодному сочетанию цены и качества. Таких результатов производитель добивается благодаря максимально ответственному подходу к каждому элементу конструкции. Корпуса колонок имеют увеличенную толщину передней панели, внутренние распорки и большую массу, что естественным образом гасит основные вибрации и резонансы. Дополнительная обработка внутреннего пространства битумными матами и использование качественного звукопоглотителя делают корпуса акустически инертными. Все излучатели изготовлены на заказ компании WaveCore, а кроссовер собран из отборных компонентов навесным монтажом для минимизации потерь сигнала. Одной из необходимых составляющих системы является кабельная обвязка, и для подключения акустики были использованы кабели Coldrail Loudspeaker Line CU. Звучание системы хорошо тонально сбалансировано и для своей ценовой группы демонстрирует высокую детальность. Она отлично покажет себя в помещениях среднего размера, где сформирует сфокусированную и масштабную звуковую сцену. Благодаря высокому демпинг-фактору и достаточному запасу мощности усилителя бас хорошо контролируется, и самые энергичные пассажи передаются достоверно. И с проигрывателем винила, и с компьютером система является жанрово-универсальной, позволяя при этом в полной мере оценить разницу между аналоговой и цифровой записью. Подведем итог.
Данная система демонстрирует хорошо сбалансированное и нейтральное звучание. И хорошо подойдет тем, кто обладает обширной фонотекой, не ограничивая себя форматами и музыкальными жанрами. Послушать и сделать собственные выводы вы можете в салонах и шоурумах Аудиомании. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Дополнительную информацию о моделях и цены ищите в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.